Всем привет! Сегодня мы выдвигаемся на соревнования в Киров, на чемпионат России по многоборью. Надеюсь, все пройдет удачно и успешно. А сейчас складываю сумки, пакую чемоданы. Где-то через часа 4-5 надо будет ехать на вокзал. Поэтому вот такие вот дела. Надеюсь, получится снять какой-нибудь прикольный видеоблог, в котором я не буду материться. Постараюсь, по крайней мере. В котором вы увидите соревнования, жизнь мою, до и после старта. Ну, надеюсь, только до. После, наверное, лучше не видеть. Ну, в общем, погнали, посмотрим, что из этого выйдет. Погнали собирать чемоданы. Наши шиповочки. В этот раз 5 пар и кроссовки. Там уже собраны все вещи и штаны Нормотек. Тут у нас резиночки, ключики, магнезия. Кто знает, что это такое? Ну, я думаю, все, кто шарит, все знают. Короче, всякая ерунда. Сюда сейчас поместится обувь. Вот эти вкусняшки обязательно, потому что на многоборье нужно кушать. Поесть возможности не всегда бывает. Поэтому вот всякая такая ерунда для перекусов. Самое то. Ну и в поезде можно будет поесть. Пистолетик наш, массажер обязательно берем. Поэтому сейчас вот это все пакуем, складываем и выдвигаемся. Главное ничего не забыть. Чемодан мой пошел. А, чемодан мой. Куда поехал? Чемодан. Последнее? Ну что, едем? Ну все, поехали на ЖД. А, нет, на электричку меня везет жена, потому что на ЖД ехать на такси долго и на машине долго, поэтому поедем на электронику. Наконец-то мы заехали в наш номер, ждали 3 часа его. Сейчас я покажу, как мы будем жить эти 2 дня. Так, что у нас тут? Туалет, ванночка, все красиво. Идем дальше. Это гостиная. Так, так. Кому надо кофеечек, заходим. А это у нас спальня. Вроде все шикарно. Балкончик собственный. Вот так вот здесь на улице. Правда, снега много, но ничего страшного, вид такой красивый.
Поэтому размещаемся, ждем покушать. Он же картину с меня нарисует. Как тебе? У нас обед. Привезли в номер, как ни странно. Даже деньги за доставку не взяли. Поэтому кушаем. Едем на разминочку, разминаемся. Потом за шестами и отдыхать, ты готовиться чё? На завтра. Ядро оставил. Так я понял. Я там записал пару слов. Покупаем картины недорого. Давай отвечать, конечно, да. Ауе. Ну чё, приехали в Манеж? Ну да, прикольно. Вот такой вот стадион, манеж. Просто топ, конечно. Сектор для ядра. Разминочка подошла к концу. Немного побегал, немного потянулся, сделал беговые. Шиповки никакие не надеваю обычно за день до старта. Все уже сделано, поэтому остается хорошо поспать, хорошо покушать. И завтра начать бой многоборский. Манеж просто очень крутой. Я не знаю, мне кажется, у нас в стране это самый крутой манеж. Вересники Киров, по-моему, так называется. Лежу, сижу, делать нечего. Уже время 6:30. Скоро на ужин пойду. Сходил еще раз в манеж после разминки. Сняли интервью с Костей и Кроссом. Вроде прикольно получилось. Слушайте. У кого-то в Инстаграме, не знаю у кого. Сейчас будем собирать сумку. Пойдем покушаем. И буду опять лежать уже до сна. Не знаю, смотреть телевизор или смотреть YouTube или играть в телефон. Выбора особо немного. Но завтра уже постараюсь заснять поподробнее все, что будет происходить на разминке, на самих соревнованиях, на попытках, между попытками. Не знаю, попробую дать кому-нибудь камеру, надеюсь, получится. Конь будет свободный и прямые руки. Все это сделать красиво. Так что надеюсь, что влог будет удачный с этого старта. И старт тоже. Все, пора спать. Завтра старт. Ты что там, блядь, снимаешь? Тут тоже какие-то соревнования проходят. Да уже прошли. День пролетел. Ложимся спать, набираемся сил. Завтра жрать, кушать. И на соревнования в 10:30 длина. Да, блядь, длина 60 метров. Потом длина и после обеда ядро и высота. Такие вот дела. Поэтому до завтра. Я не видел, наверное. Доброе утро. Это была супер не очень ночь. Как
какой-то клуб решил послушать очень громкую музыку через дорогу. И ее с 3 до 7 утра с какими-то перерывами слушал весь район, мне кажется. Это было очень громко. Это просто... Я теперь не матерюсь, но я поматерился. Киров, конечно, в этом плане не очень. Просто вот у нас окна выходят, я думал, кто-то слушает музыку в машине, а оказалось, что в каком-то из вот этих домов клуб внизу. И там просто так качала музыка, что слышали мы ее с закрытыми окнами, как будто здесь в наушниках. И я думаю, весь район ее слышал точно так же. Это было... Надеюсь, сегодня такого не будет. И мы нормально выспимся после первого дня соревнований. Ну все, можно идти умываться. Идти кушать. И в 9 часов нам надо быть уже в манеже. У вас смысла нет наедаться? Сидим, завтракаем. Ну, наедаться. Вот это, вот это. Блину, вот это. И вот это. Наверное, все не съем. Ты что, можешь поесть? Пришли завтрака. Когда ты идешь на шведский стол, не забудь обязательно взять что-нибудь с собой, потому что за все оплачено. Запомни этот лайфхак. Все, переехали на стадион. Сейчас посмотрим, что делает Степан Кекин. Все подыхает. Здрасте. Хорошо. Лежит новый метод разминки. Такая вот разминочная зона. А мы пока отдыхаем и через минут 20-30 пойдем разминаться. Серьезно? А сколько? Ну, уже 9. Ну за час за минут 50. Thank you.
Ну что, 60 метров прошло. 6.75. Отлично. В принципе, плюс-минус, как и планировал. Сейчас длина будет. Идем дальше. Отдыхаем дома, 60 метров по личке пробежал, наконец-то за последние 3 года реализовалась длина, я прыгнул 7.64, просто нереально круто, все получилось. Сейчас отдыхаем, кушаем и вечером идем толкать ядро и прыгать в высоту. Поэтому... Поехали обратно в манеж, толкать ядрышко. Ну что, пришли на сектор, сейчас начинается разминочка. Привет. Поэтому начинаем толкать ядро и надеемся на хороший результат. Сектор просто огонь. Хотел, но в принципе не сильный завал, поэтому все хорошо, продолжаем. Скоро будет высота, надо готовиться и пробить очень высоко, чтобы чуть подбить те очки, которые я потерял на игре. Тим Раша. Откуда такие топовые носки?
Белоруссия, по-моему, ездили за спорт. Нифига себе, за спорт. Покажи, покажи. Не-не-не, там на подъеме. Вот это за спорт. В принципе, там из нормального только носки были. Это мой блог, я захотел. Это видеоблог. Го разминаться. Давай, иди разминайся, я тут посижу, спасибо. Три лилипутика и семь гигантиков. Все по классике. Всегда впечатляли меня люди, которые считать умеют до стальки. Да тут, блядь, линия белая. Дай пластик. Тут его нет. Белая на белая. Ты за мной прыгаешь, что ли? Я посторожу пока. Так, если что, это первая дорожка пересечения. Человек пришел забег отмерять без пластыря. Сейчас мы его вот так вот пнем, вот туда его просто выкидываешь и все. Да, парни? Конечно. Конечно, правильно, выпиливаем. У нас новый участник Семен. Нормальный разбег. Первый 181. Сотый. 1,87 м. Че, я смотрю, вот это уже 8. Идем отдыхать, Саня. Хватит разминаться. Все, спать? Да. Давно пора. Все, дальше 2.46 прыгаем. Она битва, она чичера, я не упал бы нравится. Сколько она прыгала? 90, ну там просто фото. That's all, folks. Третий personal best. Артём Макаренко on fire. Я даже не помню, что произошло в третьей попытке, если честно. Я просто пришел снимать начал. Ты все сделал, ты все сделал. Молодец. Доволен?
Надо было 2.5 прыгнуть, 2.6. Да, с задачей не справился. Да. Садись, два. Ну и чё, 2.6. Наконец-то. Еще один личный рекорд сегодня. Чуть-чуть из-за ядра сбился по графику. Но так в целом все круто. Все, едем домой. Кушать, спать, восстанавливаться. Может, холодную ванну сегодня какую-нибудь сделаю со льдом. Не знаю, как получится. Короче, едем отдыхать, максимально восстанавливаться. И завтра оставшиеся три вида надо сделать. Очень круто, и тогда, не знаю, возможно, получится зацепиться за рекорд России моего тренера. Ну чё, наконец-то мы дома. Сейчас будем делать ледяные ванны. На балконе возьмем снег и наберем ледяной воды. Ага, не так просто это взять. Погнали ванну. Лайфхак, как быстро восстановиться после первого дня в многоборье. Вот проделываем так, я думаю, раза 4 и будет в порядке. Ну что, попробуем залезть туда? Очень холодная вода, прям очень. Главное, я если не отморозить. Включим сразу горяченькую, чтобы все это быстро отходило. Из-за этого завтра будет чуть полегче. Воспаление уйдутся. Потому что надкосницы уже начали болеть. Икры задние. Завтра будет болеть все, наверное. Все, для первого раза хватит. Уже 10:30 вечера. Лежу, отдыхаю, сделал все процедуры. Полежал во льду, покушал. Удачно забыл зарядку на лимфодренаж. Поэтому его сделать не получилось, потому что они штаны разряжены полностью. Поэтому все, что мог сделать, все сделал. Надеюсь, завтра будет хорошее состояние и получится. Все успешно, как получилось сегодня. Надеюсь, этот клуб не будет разрывать нас музлом в 3 часа ночи, как это было сегодня. И мы хорошо поспим. Поэтому такие вот дела. Уснуть дома сегодня вряд ли получится рано, потому что все болит. По чуть-чуть голова болит после всех энергетиков, которые я сегодня выпил. Поэтому будем валяться, просто отдыхать. Такие вот дела. Завтра в 10:30 у нас также барьеры опять. Потом 6 сразу, наверное, я думаю. Ну и там уже 1000, во сколько будет. Не знаю, как все закончат, так и будет. Всем до завтра. Будет сложный день. Но я думаю, все будет окей. Поэтому спокойной ночи, отдыхаем и восстанавливаемся. Ну чё? Постоянно начинается эта фраза «ну чё?». День второй начался, мы уже в манеже.
Ночь прошла ужасно. Но, в принципе, я вроде выспался. Скоро уже будем разминаться и готовиться на барьеры. Поэтому ждите. Надеюсь, быстрых секунд с барьеров. Охота. Потом, да, ноги вообще запутаются просто. Ладно, не так, что лучше. Пацаны соевый соус принесли. Сейчас суши будем жрать. Борн туда. Конечно. Мы же сюда ради этого приехали. Иди сюда, ты иди сюда, блядь, я тут пока посижу. Вот вы тут прыгаете, доходяги. Да-да, смотрите, какой я классный. Сижу тут такой и в ус не дую. А, самый классный парень на деревне тут. 4,60, стойки. Начально мы не определились? Вообще-то он ошибся, он 5,60 хотел. Просто поскромничал. Интересно, что бы было, если бы шестовики тоже разминались по одной попытке и шли дальше? Дюплантис бы 7 прыгнул. Он просто сил много на разминке потратил. Поэтому я, походу, 7-8 лет должен прыгнуть. Ну, нормально. Дай тебе протеиновый батончик. Спасибо, не смешивал сам. X-бар говно. О, это мы в блог обязательно врежем. Не понимаю людей, которые пишут, что это очень вкусные батончики. А? Я повторю, если вы не слышали, X-бар говно. Манежные бездельники сидят, ждут своего старта. Уже час, наверное. Ты взял, Андрюх? Стадия была нашла. Я думал, это банк. Блять, хорошо, что мипа не нашел, я кроме алхимии. Ну и там. А на мипа вообще, наверное, никто не играет. Ну там вообще типа не нужен. Не, я помню, я, короче, скрипты вот эти скачал скрипты на мипа. Я думаю, типа, сейчас буду развалить. Реально, нажимаешь одну кнопку, он пуфает всех туда и просто разносит. Это видеоблог, это мой видеоблог. Да, да. Украинский легкоатлет. Берите мипа, это для задротов. И Бруда тоже. Хотя, значит, не в мете, да? Бруда не в мете, берите. Будешь 60, давай, я
Это да, вот ты все делаешь, а потом ты можешь ноги поднять и ждешь, чтобы я помогу. Рекорда России не будет. Как говорится, дайте мне еще 3 года. Надо. Вызываем. Первый круг могу на 2:20 тебя провести. Потом сойдешь. Потом да. 25 надо бежать. Добежишь во... Да, где-то так. Добежишь во втором забеге потом. Если добегу, бист! Просто бист! 15-8, нет? Нет, 16-5. Как вот эта машина летает в небеса, а? Пошли, Серега, ты сильно не отбиваешься, Серега. Я это должен вышел, да? Я пропущу первую попытку. Другая тактика. Не, реально, будешь прыгать? Нет, я начинаю. Два вида позади, мы наконец-то дома. Уже давно дома. Покушали. К сожалению, не совсем то, что я хотел, получилось. 7-7 барьера. Нацеплял. Ноги, конечно, не такие, как в гладком беге, когда бежишь один раз. Ну, поэтому на то, наверное, говорим. Ну и на шесте 4.80 получилось. Перенес на 5. Первые две попытки взял не тот шест. Прыгнул на мягком шесте, думал, будет он в самый раз, а оказалось нет. И третий уже взял нормальный шест, но чуть-чуть не хватило. Думаю, если бы взял сразу нормальный шест с первой попытки, было бы все иначе. Поэтому вот такие вот дела. Рекорд России, похоже, отменяется, потому что на него надо бежать 2.31 тысячу. Это очень быстро. Поэтому цель набрать, постараться 6.300. Нужно сбегать по личному километр из 2.42. И как раз это будет 6.300 с копеечками. Поэтому цель вот такая вот. Все, сейчас сразу соберу сумку, потому что в 1:00 ночи мы уже уезжаем. И поедем к 7 часам, к 6.30 в манеж. Сбегаем 1000, наградимся и поедем домой. Закончился.
еще. Это дерьмо закончилось. 2.40 и 6.300 плюс. Не рекорд России, на который я рассчитывал. Но и этот уже пойдет. Все, я счастлив, что это закончилось. Это был последний мой хептахон на Габоре. Теперь начинается следующая глава моей спортивной карьеры. Посмотрим, что удастся сделать там. Goodbye. Спасибо всем ребятам, которые присутствовали на этом старте. Всем организаторам. Это было реально круто. Еще раз всем спасибо. Смотрите этот видеоблог. Подписывайтесь, и вас ждет очень много еще всего интересного.